Региональный трехдневный второй гражданский форум «Общество и власть. Стратегия сотрудничества» открылся сегодня. Форум пройдет на 10 площадках в Туле и Тульской области. Сегодня в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования во второй половине дня пройдет круглый стол «Социальная защита семьи и ребенка». План повышения эффективности расходования бюджетных средств муниципальными образованиями обсужден на проведенном губернатором Владимиром Груздевым совещании. Денежные средства, которые появятся в бюджете в результате экономии, должны направляться в том числе и на повышение зарплаты муниципальных и немуниципальных служащих. Тема следующего ток-шоу «Седьмой этаж» – реальные мусорные контейнеры «За» или «Против». Приглашаем к обсуждению туликов. Справки по телефону в Туле 33 23 21. Автомобиль Mitsubishi Lancer перевернулся на улице Октябрьской в Ефремове, в результате чего водитель от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Приложение для iPad появилось у музея «Ясная поляна». Это виртуальный путеводитель, знакомящий своего обладателя с объектами, звуками и историей Толстовской усадьбы. В Туле продолжается благоустройство набережной реки Упы. В настоящее время активно ведутся работы по сборке купола ротонды, который состоит из нескольких сегментов. Сегодня состоится заседание правительства Тульской области. Руководителям фермерских хозяйств, ставшим победителями конкурса грантов, будут вручены сертификаты на получение денег. Крупноформатная реклама в центре города сократится как минимум на 70%. Потерь бюджет города не понесет, поскольку в центре Тулы лишь 4000 квадратных метров рекламных мощностей из 22 тысяч.